Добрый день, дорогие друзья, ТОП-САД. Сегодняшняя тема — формировка винограда гроздями. Вы знаете, виноград дает очень много ягод, очень много гроздей, и, честно говоря, хочется оставить все. Виноград — убийца, он убивает самого себя, потому что ягод может быть на кусту слишком много, и это он не способен потом вынести и созреть. Или наоборот, лоза в сентябре месяце не вызревает, не набирает антифриз, а сахар не появляется в ягодах. И люди страдают и мучаются. Говорят, в чем дело, почему такие виноград, такой красивый виноград, так много этих ягод, крупные, большие, как вот здесь вот. И в то же время, что же делать, как быть, как сохранить урожай, получить его полноценным. Его должно быть много. Ну вот видите, виноград Конкорд, черный, ну или темно-фиолетовый, без косточек, американец. Вот видите, одна лоза, одна гроздь. Ну, есть возможность, если попробовать, можно поискать, где и две грозди хорошие, полноценные. Но вот когда появляется вот такая, видите, раз, на одной лозе два, три, значит, надо удалить остальные. Это и делаем. И вот видите, две грозди, одну удаляем. И еще вот видите, раз и два. Ну, берем нижнюю. Жалко и жадность. Две беды у каждого виноградаря. Надо уметь обрезать и усы, и ягоды. Во имя будущего урожая, во имя крупного, сочного винограда, богатого соком, настоящего, красивого, романтичного вина, мы должны формировать грозди. Ну, давайте попробуем еще раз. Вот смотрите, у нас... Раз лоза, ой, на лозе раз, один, здесь тоже один, ну, хиленький. Другая. Кстати, если вы хотите сохранить две красивые грозди, например, а рядышком у вас лоза пустая, это она будет кормить две грозди на одной лозе. Вполне возможно. Вот что у нас здесь. Это лоза одна, здесь лоза одна, и здесь две. Две. Вот давайте удаляем нижнюю. Ну вот видите, у нас с одного только куста мы набрали столько лишних ягод, которые на самом деле не дадут нам возможность собрать полноценный урожай. Одна лиана и одна гроздь. А каюга американец, бескосточковый, белый, такой янтарный план. Вот видите, две грозди и полноценные. А рядышком лиана и грозди слабенькие. Поэтому мы одну гроздь, ну давай вот какую, вот эту удаляем. Эту гроздь удаляем. Вот, я надеюсь, что вот эта слабая гроздь, она отчасти будет, вернее, не то что отчасти, а лоза сама будет кормить соседнюю гроздь, которая у нас полноценные две ягоды. Вот еще у нас. Здесь одна гроздь. Одна гроздь, здесь вот тоже одна. Там одна. Одна. Здесь мы уже, а вот здесь, здесь две. Две, да. Две. Ну, нижнюю оставляем, от верхнюю срезаем. Вот еще две грозди, да? Две грозди на одной лиане. Ну, давайте какую? Верхнюю снимаем. Так жалко. Ну, надо. Во имя этого всего, чтобы вот эти маленькие грозди, они превратятся в крупные, килограммовые, полуторакилограммовые крупные гребни, которые крайне необходимы и для технической, и для вина, и для просто для еды. Вот две. Вот две у нас. Давайте попробуем. Ну, на солнце, которое есть, а которое в тень смотрит, мы убираем. Покажи ее, покажи, покажи. Да, ну жалко, как жалко. Надо, надо, вот. Василий. И это надо. Мы срезали. Ну вот еще две. Какую-то обрезать. Какой обрез, который будет на земле, нам не нужно, а который наверху останется, поубираем нижнюю. Ну вот, это богатство, которое достанется червякам, старателям. Они сделают нам верный чай, настоящий чернозем. А мы продолжаем формировать наш виноградник. У нас более 70 сортов теперь винограда. Но на этом мы не останавливаемся. Остановка равносильна смерти. Мы прогресс приветствуем. Приветствуем и каждого из вас, кто будет подписываться на наш канал, кто будет заходить, спрашивать. Мы готовы помочь вам. Наш девиз, чтобы у соседа было три коровы и ни одна не сдохла. И поверьте, это выгодно всем.
благополучие, процветание и виноградники должны в каждом саду, в каждой усадьбе на территории РФ и у наших соседей давать прекрасные ягоды, вино и вызывать восхищение ваших друзей, которые придут к вам попробовать молодого вина. Удачи на даче вместе с виноградом. Всем, дорогие друзья, в придачу.